15 марта в 14 часов состоится заседание комиссии по правилам землепользования и застройки. В 16 часов общественная комиссия по общественным собраниям, которые проходили в рамках программы «Комфортная городская среда». В 325-м кабинете. Приглашаем всех желающих. Коммунальные службы продолжают бороться со снегопадом. Продолжаем работу по очистке дворов от обледенения и снежных наносов с вывозом снега. Значит, в целом все системы эксплуатируются в нормальном режиме. 18 марта с 11 до 16 часов в Десногорске пройдет большой праздничный марафон. На территории Дворца молодежи богатырские забавы. Школа номер 3 и школа номер... Энергетический колледж, извините, детские игровые программы, мультипульти выходной и серпантин идеи, ростовые фигуры. На территории Центра культуры и молодежной политики «Казачий разгуляй». Приглашаем всех желающих принять участие в праздничной программе. Инфекционные заболевания в Десногорске регистрируются в обычном режиме.